с вами. Мама не может. Ой, она не может. Когда какие-то сбавы. Инсон за сурком. Трудно. Шайкаш бар. Да новый курс бар. Мама кажется. Ой, бұл давала мені өлтіреді жар жасыма келмей. Сәлем, Нешка. Сәлем, Нешка, сен бас сұлтан шешесі. Оу, нәл бас сұлтанда келді әтпен. Что бар? Бабарышка, пушка. Ты со мной будешь жить. Давай фоткаемся. Всем привет, Дешули, это мой Енишка. Он какой-то, она какой-то недовольная. Я не знаю, что вы говорите. Она какая-то вообще странная. Султан! Басхарат на вас моя блогеровка. Я же нечестно спер. Сам блогировала моя? Нет. Или басхарат на вас? Блогеровала. Просто киди кирин катар да лучше блогер будет. Так когда будем кушать? Будем бада шей вымер. Что? Бар, едный шар бар. Это тупой. Ой, мысы сыны. А барана, кирин не айтпейсин бар. Син де, балам дейді ау сен. Өзім сей бағаясам. Кирин бар. Кирин болған қиын келгі. Ей, мен осы орысты газ алдап ұстамасам, ата көнетін түр жоқ. Дошенька, как дела? Хорошо. Если ты будешь со мной жить, меня будешь слушаться. Ла, хорошо? Или ты не меня не поняли? Мой сын, он мой последний сын. Ты любишь моего единственного сына? Конечно, Енешка, я ее люблю. Тогда, если ты будешь со мной жить, это салтость, как это, короче, поняла, да? Не поняла, что вы сказали. Салтостырым қалай да. Алло, Бағрипа, ано, салтостырым орысша қалай да. Я, рахмет, рахмет. Это казахский традиция, малышечка моя. Понял. Ты меня понимать, ага? Ты будешь, если со мной жить, ты должна меня слушаться, уход-уход делать, базар-базар ходить, мой сын ухаживать. Почему это я должен? Ну, это традиция казах. Казах традиция. Я не буду делать это. Дорогая. Там дверь, доченька моя. Если не нравится, уходи. Мой сын останется здесь. Я сына заберу. Нет, доченька. Она моя любимый, единственная сын. Он пойдет со мной. Нет, доченька. Ты меня не поняла. Дорогой, идем. Дорогой, иди сюда. Что говорит твоя мама? Я вообще не буду это все делать. Мыть посуду. Дорогой, я не буду мыть посуду. Стирать твои трусы, носки. Я не буду искать твои продукты. Я не буду это делать.
блогер болып кетсем бе екен. Қазір көбісі кемпір мен шалдар блогер болады. Ал келінімен сұрақ тұрайын да, бұлғақ басты мен қалай түсінемен да? Ей, бірақ қоя бірш, ептеу-ептеу орысша сөйлей беремін ғой мағрипадан сұрап. Инстаграмда сол келін туралы айта, те, өзімнің баламды алып кетер. Неде дамы, единственный баламды. Бұлғақ бастан да сұрап көрейін қалай блогер болатын, әдістен сұрап көрейін. Меня назвали Кахбас. Вы думаете, что я не знаю на казахском? Умереска. Кирилл, доченька, дорогая, садись, будем пить чай вместе. Да, дорогая. Ну что, возьми, Лешка, возьми. Принесите. Держи, доченька. Дорогая, научи мне, пожалуйста, Инстаграм. Я тоже хочу, как ты, блогер вставать, да? Ну, Инешка, ты мне начинаешь нравиться. Давай договоримся. Я тебе научу снимать блог, Инстаграм, ТикТок. А ты мне деньги. Инешка, или деньги не надо. Ты сама будешь стирать, убираться, мыть полы, затащить продукты, а я буду монтажировать. И будешь мыть твоего единственного сына трусы и носки. Я так конечно не знаю, что там покадная, ты понесла. Звезда у меня. Нет. Нужно не единственный понамалась. Трусы ладно, не знаю, с кем-то я не куда-нибудь не Нешка, сперва надо скачать ТикТок. Давай идем на. Ой, мать, так ты не умный, блин. Хочу в тон скачать. Идем скачать, Инешка. Давай, Инешка, дай свой телефон. Скажи пароль. Ну, Лиси. Вот я тебе скачала ТикТок. Вот тут. Будешь снимать вот так. Поделяй тебя. Если хочешь музыку, вот туда. Ой, бірі құрманға шықты. Ал бірі құрманын саған айтайын. Мен негізі анық бас келгелі бері өзімді жаман сезініп жүрім. Анық бас мен оны тартып алды. Единственный ол болды. Ах, возьми, он тартып алды, енді не істемен, единственный оқырманым. Ах, өмірде өп көтті, единственный оқ. Қартайып алып, бол жуаманы, енгем, алып жатады тикток құсырып. Не дейсің енді оған? Бір оқырманым өзімді, комментарий бөтем сенен дейін алдым. Нәйнешка, я с тобой сниму один тренд. Сначала волосы сними, урмал. Ой, ты сколько сидит там? Они очень... Ладно, им пофиг. Эй, дочка, ладно, я так буду снимать. Я буду кемпером звезда. Сначала будешь делать вот так. Это я хорошо. Ой, делай вот так, так. Потом будешь делать вот так. Нишка, сейчас будем снимать авторский тренд. Раз, два, три, четыре. Повторим. Да не так, что ты делаешь? Доченька. Я тебе вообще не так сказала. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, Инешка, на сегодня хватит.
Окей. Ой, да, меня, доченька блогерка, принеси мне лекарство. Душенька, душенька, принеси лекарство. Душа, душа. Что? Какие лекарства? Что, он тебе помог? Нет, душенька, у меня вот, видишь, глаза красные. Нет, у тебя точно помог. Вот, смотри, у тебя точно понос, а тебе воняет. Душенька, что такое понос? Что? Ты не знаешь, что такое понос? Это жидкая вода. Танюшка, ты иди в туалет. Танюшка, я иду спать.